Маша, мам, я не выключу. Сейчас выключу я, и компьютер вообще да, не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша. Мам, ради бога, подожди. Ничего делать не надо, надо, надо быстро. Выключить. Надо выключить. Нет. Да. Нет. На обмеження со шкурой ахуя протесту. Выключай. Нет. И не кричи, пожалуйста. Достала. Не кричи. Я не выключу. Значит, я выключаю. Мам. Значит, я сейчас выключаю. Мам, я хочу тут только почитать. Не выключить. Мама, не выключить. Я хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Ну тут вот это надо почитать. Я сейчас выключу. Мама, да выслушай. Какая же ты дура. Пошла ты нахуй, чтоб ты сдохла. У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацьке йому правило. Мати не залишає спроб домовитися з сином. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Заткнись! Тише. Заткнись! Чого я? Чому я такий дурацький інтернет? Із імбірного ноль. Ти моє сайті. І все. Какие сайты тебя интересуют? Скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем мне это было так делать? Чтоб ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал себя. Вот зачем. Я буду его устраивать с весенней. Мам, хотя бы... Собрать! Все? Все? Приехали? Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Пока у нас цю неділю комп'ютерного телека не буде. Тихо. Все.